Pollen Walls – это международная молодежная конференция, позволяющая молодым ученым с разных стран взаимодействовать друг с другом. Казанский федеральный университет принимает региональный этап конкурса, так называемый Pollen Walls Lab. На конференции участники могут представить свои идеи, изложить научные концепции или предложить новаторские методы решения различных проблем и задач в любой научной, общественной, производственной или бизнес-сфере. Участники получат всего 3 минуты и 3 слайда на презентацию своей работы. За 3 минуты? Показать вот свою тему, вот это надо такой талант. Поэтому давать много времени, это может развязать слишком глубокие дискуссии, а вот сделать так коротко и внятно, о чем тема, вот это и оценивается особенно в этом проекте. Лучший из докладчиков отправится в Берлин для выступления на основном этапе конференции Falling Walls среди лучших ученых и исследователей мира. Конкурс поможет найти наставника и единомышленников. Лучшая из идей получит оценку иностранных ученых, что позволит ее автору модернизировать ее под любые условия. Основной этап конкурса пройдет 8-9 ноября. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.